Сейчас перекуплю, подожди. 54. Этот, Мандрагора, у тебя что, второй спек сова, да? Шурупец, короче, просташам, что вы меня расстраиваете, где вы? Я тут сейчас куплю еще банки одному человеку. В смысле, где? Я тут. Ты имхотеп, да? Нет, я картху. То кто? Картху. Потяните еще раз, пожалуйста. Тыкаем на суман. Просташам, ты здесь? Что-то вы, ребята, вообще... Имхотеп и Просташам, где вы? КФК же там не очевидно же. На лук поменяй. Да. Короче, Просташам, блядь, не беси меня. Чё, блядь? Короче, чек на пул, не смоньте, его нету. Принимайте готовность. Шурупец тут. Танк. Вон, пожалуйста, крест дайте. Крест дайте шаману, дадут, пожалуйста. Дадут. Спасибо. Да. Поехали. Все знаете, что делать здесь. Я руку давай. Четыре вара, где раскол? На трэш два пояса, первый пароль ролем. Тролльте. Ну, правильно.
вашего господина нет. Давайте два паука сразу огрем. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой. В одну точку танки сводим пауков. Таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Ну танки заберите, Сварон. Четверо. Шаман Солчата. Ты его кикнул? Вон он что-то кричит на айфаке. Ну так, блять. Не вижу нихуя, чтоб ты тут был. По захилу ноль, блять. Чё ты делаешь там? Бля, я сказал, отойду на 2 минуты. Не видел. Целое ребро, блять, 7 минут прошло. У тебя ребро не было. Чек на пул. Пипец. Начинаем. Сука. Это место станет вашей могилой. Трэш повернулись, бля. Как мы сейчас? Ваша смерть неизбежна. А вы будем делать? Нет, не пилун крольчик. Тапки рулим. Слава, я на кораблях отойду, приберусь в квартире немного. Это придет по голове, да. Влад, ты ролем. С холипал там кто? Все забрал, короче. Тоже мол. Нет, кинешь. Пошли на трэш. Thank you.
мои воины. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Давайте быстрее на корабль. Там один линь валяется. Пушка четвертая. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! А, ребят, я там случайно, я... У меня все-таки чуточку получше пояс. Поэтому два мага потом кините ролл на пояс, я отдам. Кому там не Белунг надо было? МХТФ там или кто? Что это там вдалеке? Квадрату подойдите, обмен дайте. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Тебе нафиг в шипы спихнуть. Чё такое? Да чё-то нихера, я на последнем месте, блядь, щитки заебал таракидывать. Нужен я тут вообще не нужен. Спекайся в шипы. Похилят там Ршан вроде 6.5, сейчас посмотрим. Должен хилить же все-таки. Будете идти в 3 хила холипав бы Ршан. Что спекнуть обратно? Что спекнуть обратно? Кто на осколке? А кто Галая? Золотистая, вступи в группу ВК. Там оставь заявку на очередь. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Залет возьмите. Че, Герсант, кто это вообще? А, это кот. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Тапки нужны кому-то эти, друиды? Трэш пьем все, ничего не говорю, там сами знаете. Сегодня я исполню это обещание. Я потом скажу, у тебя запишут. Квесты у тебя сделаны? Сколь могущественно плеть!
Подчинитесь, слуги мои. Баба метка не снимается, да? Не знаю. Веселитесь, слуги мои. Нет. Ангри, давайте войск. Бьем босс. Веселитесь, слуги мои. Освободился. Рулимся. Да, на втором месте обошел тебя. Буквально на 2000, 3000, 4. Да я еще вначале стартанул плохо. Там по телефону разговаривал. Сейчас линкану, подожди. Демонайзер, шам, киньте еще раз ролл. Выпади носить будешь, да? А, не, слишком много таких предметов. Видать, ты не продал тут. Ладно, демонайзер, да. Слава, это фигня. Слава, слава записывается здесь 25 геры, да? Или с обычки? Кто, кто? Ну, это типа в гильдии, в группе. Не понял, какая фигня записывается? Ну, Олег же типа пишет какую-то фигню, там, слава героев, или как там... По ДПСу. Да с Геры, с Геры. Ясно дело, с Геры. Да, Геру войти тогда. Ну, добре, посмотрим, может у меня ворвусь к вам. Уже по всяка, капец, соскучился. Кто там квесты хотел делать сегодня? Ну-ка. Давайте отходим назад с водой. А ты умеешь? Шаришь? Но лучше объясни. Ну, блин, так тоже не пойдет. Давай лучше не делать. Танка шмот есть у тебя? Фрост шмот есть? Фрост нету, танка шмот есть неплохой. Ну, все зависит от тебя, в принципе. Купли сидел? Да. Ну вот, купли, надеюсь, сделают. На лане там тоже соблюдать рейндж и 4 человека укусить, ничего страшного. Ну и на Синдре 4 дыхания словит. Да пусть первый укус это нормально, ой, пусть первый укус ловит, да нормально будет. Ну, то не обязательно там... Чтоб, типа, чтоб не стопать, да а так понятно. Быстро убьем. Это надо, чтоб никто не бил, чтобы он один с танком побежал. Ну так ты скажи, я думаю, Рейд услышит тебя. Еще никогда в жизни не было, чтобы тот, кому нужен квест, он не укус. Делай. Ну, пахнет. Ну это не обязательно. Дает просто, потом... Да, там хватает. Посмотрим, стопнут на проблему. Я пока не могу.
гнев небес. Я заливаю малышкой. Покрошку сыграете? Ловушку левую активируем. Собака далеко. Давайте. Еще одна открываем. Право открываем. Где в небес заходите, Паладин. А вещь. Давайте сейчас сильнее вещьте. Назад в проход заходим, зеленую веду. Пошли обратно. Хулики, стакайте раскол, помогайте. Хули я один стакаю. Мне это последним. Ой. Мне это последнему надо. Скажи это Войки. Смотри, только один стакаю. Так он, по идее, не сочетается. Так вот именно что. Он. Я один ударю, второй уже два стака будет. Мне придется легче. Так наоборот, я говорю, что тот, кто навесил, по идее, не сочетается. Сочетается, они вместе идут. А, окей, просто у меня не отображается как дебаф. Если не отображается, то это просто дофига дебаф против босса. Или у моба. Так они тыкают, они стакаются. ДПС рейдера, все от миликов. Ну это лампочки, у меня кап. Окей. Коты ману распределите там, шаманом залейте. Гирсан, Картху, Мандрагора просто шами залей. Мандрагора не вижу. Чек на пол. Все. Начинайте танки. Thank you.
просто. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ. Там взрыв. Побежали. Да, мы уже добили. Побежали к второму боссу. Гниломорт сдох. Кровь нужна кому-то? Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, на мейн роль. А я поэт. Потрясающе. На оф. Давай, ну там, пока да не надо. Тебе на мейн? ДКшка. Когда проков нету, надо, кидай. Демон, тебе на мейн? Да. Ну вот, я вот минут медленно. Кидаешь. Так. Я тоже так жмакаю. Нарычи нужны кому-то? Ох, поставьте, быстрее будет. Шкаф для воинов, плиз. Эндрама, это кто? Это не из гильдии, да? Это кто-то там просился. Эндорама, это Эдриага. Чек на пул. Начинаем. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное.
три дикона, эльдорама. Не надо так стоять, блядь. С рейндж словите друг от друга, от шамана тем более. С мелизоны две споры вышли. Одна вышла. Куда ты ко второй, блядь, несешь, сука? Сам давно не играл, наверное. Пять человек уебанулись. В чем дело? МХТ, подойди от меня. Две споры в мелизоне. Смотрите, захиливайте сейчас. Гниломорт, молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Как столько в ШП ДПСит? Жесть. Чё ты линкуешь, Паш? А ты ничего в ПМ линкнул? Не знаю. Ё-моё. Так солидно всех обходишь. Это я линканул тебя? Ничего не да. Не знаю. Может, аддон какой? Нет, это мне с обычки линканул, эти из Ангера. Зачем бы я тебя линковал? Не помню. Тут же на квесте можно не спекаться, да? Все равно в купе. Да, можно. Да, можно. Это получается, первого зеленого я не замедляю, да, коплю 100 раги и юзаю скилл, а потом уже остальные замедляют. Сначала ты не замедляешь первого зеленого, потом красный появляется, ты его замедляешь обязательно, потому что у нас паладины боб не кинут. Только после этого ты копишь 100 раги, и уже до следующего красного ты должен замедлять начать. Кто там внизу стоит? Поднимись сюда. Шкаф ставь сразу. Так, этот самый Мандрагора есть сова у тебя? Не стопаем, переводим. Давай в сову, ничего не стопаем, я скажу там что. Похилю тут. Мандрагора в сову. Маги, дайте столик.
Гирсан, кинь Нинер по дереву. Маг, ты чек на пол, принимаем готовность. Сумки на зеленого оставляют? Да, это самое, пей, кто там у Ретрих. Река начинай. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Стопни мне. Танта спиной к РДДшникам, милики. Ой, тебя не слышно. Что-то я ничего не чувствую. Ну чё, мы не стопаем. Что? Это было слышно? Это ещё откуда? Ёп. Нет. А, я, значит, на клавише сижу и говорю без клавиши. Ничего не стопаем. Сейчас красного замедлишь, кукла. Потом 100 раги попишь. Красного давайте РДД бьем. Пельмени не ловите. Милики в красном. Милики в красном. Активнее красного рейд. Какой-то милик там бьет босса, по-моему. Алло. Негодяй. Вообще, блин. Так, зеленый пошел. Че там? Сотка и жми давай. Зеленого весь рейд. РДД в центр отошли. Не стойте близко к зеленым. Отходим в центр к РДД, милики. Нам на слизня не надо бежать. Сбежали с черепом. Красный РДД, приготовьтесь. РДД в красном. РДД в красном. Милики, готовьтесь. Выбери цель, тоже красный. Милики, пошли красным. Ну не стой, мат, ты чё? Под зеленым стоим, сейчас зеленого будем бить до переходка. Надо подождать. Зеленого весь рейд, РДД с центра. Миликейт плотно. Я пока не могу прочитать. Захотали, задотали. Отлетаем в центр, к РДД бежим. На слизня не бежим. А чё, так и должно быть, я вкус, как вишенка. Чё он тут цель выбирал? Извините. Давайте первым. Надо подождать. Это заклинание еще не готово.
Единственный совет. У меня ничего не выйдет. Натан, король там. А все равно первый. На Вов там роль там трансмут. Нормально-то надолажим. Два покорителя роли. Да, сова, зачем выпила? А, это ты? Я думал, та какая-то сова. Дал контроль, бейте. Сводите мобов на лестницу, чтобы хилы снизу стояли, вас доставали хилить, чтобы их не откидывал. Рослого бьем. Бля. После рослого квадрат давайте. Квадрат так охуенно, один мумия МСОРИ бьет, да? Осторожно, пачку вторую не сами. То же самое, рослое. Лейтенанта потом. Не уесть, блядь. Дохните так. Бесполезно. Не делайте хуйни, чтобы вас не бахнуло. Блять, зачем вы лейтенанта забрали? Видите, быстрее рост. Там ману залетишь, Шами.
Давай, этот, чё там, поднимайте мумию. Забафайте вара. Кулак, лапку. МХТ, давай гимн на ману. Пипец, давай на ману гимн. Сниму себе весь. Дайте лапку, дроиды. На лапку. Герсан, залей какому-то шаману. Он просто шами залей, но меньше мана. И чек на пул. Принимаем. Хватите рыбы, леди, поставлю рыбу. Так, давайте начинаем. Там маг только стоит где-то. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. На пульте правого. Сон Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Максанан был достигнут недоразумением. Сила с верой позволит Малонару свершить отмщение. Кинетику бьют все РДД. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Прольется кровь. Я чаша полна. Темная сфера сделала меня неуязвимым. Там сферы помрут, черный мёд, ничего страшного. Кому надо, напишите. Давайте мы бой убьем. Хорошо, отойду на 2 минуты. Этот опять в сову спекайся, я в Редру пойду дальше. Кот, который Мандрагор. Законтрольте там хотя бы пару мобов. Не помрите на трэше, войско дадите, если чё. И не уесте по-тупому там. Вот танк рез надо сначала, прежде чем макрить. А где танк? А. Чё-то у тебя и не есть, нихера. Сейчас вы упадёте, наверное, да? Давайте войско там, не уесте, нихера. Да блин, только ударило в ей. Сразу секли меня. А? Я пока не могу. Надо подождать.
Мага меняем? Не знаю. Так, приди. Ну, по нулям выдавал и там и вылетает пока. Ну да. А чё, есть кто желающий? Там был Мишиба. Хотел. Метку поставлю, квадрат бьем. Только квадрат. После квадрата треугольник. В нем есть, а то помрет. Ну активней квадрат, чё вы. Сейчас будет. Чё тебе? Обновите, пожалуйста, дебафы по варам, каску, клапку. Горн. Что есть? Куни не ставили? Ау, спасибо. А что, кто тебе надо? А я дал этому, как его называют, ханту какому-то, какой-то хант не кинул админа, но отдал тапки. Так, подожди, а кто тебе надо? Сейчас я, может, Вернику загоню, поможет, подпсит у нее, паладин есть. Ты мне по тапкам писал? Какой хант ты у меня сейчас тапки забрал, давай ролик. Он тебе про слот говорит, то что зайдя по нему. Да, блядь, мне там шмотку хотят, это самое. Хант и Энг хотят шмотку, я правильно понял? Тапки. Ну вот, кидайте ролл. Да, ты все правильно понял. Кидайте ролл. Кидай хант, передавай. Слав, кто тебе нужен? Последняя тема. Кто? Да хоть кто. Часто до ретрик зайдет. Угу, ставь пешка. Передаст шаману тапки. Да, сейчас шкаф поставим. У Ретрик делает квест. Танкошмот там хорошее дело. А чё ник Ретрика? Волшебно. Угу. Пришла с работы, сейчас зайдет. Кто? Долго будет заходить, не? Ну чё там? Да, он включает уже, заходит. Ну, меня отлогом заходит. Так, ну я не знаю. Ну, короче, кто словит укус, тот укусит у Редрика. И всё, 4 укуса передашь. Так, ну чё там?
Блять, так шкаф уже исчезнет. Ну чё, она там зашла, нет? Давай проще, ей лут нужен. Короче, давайте так начнем. Чек на пул. Принимаем готовность. Два. На следующем потянет уже босс. Этот. Скажите, там ХВ делает. Ой, не ракет. Хри, как, блядь, тебя прочитать так начать? Вот. Начинайте танки, бежит звезда с танком. Никто не бьет сейчас. Это было. Какая звезда бьет? Неразумное решение. Словил, отходи. Протопал, подходи. Можно не бить вообще, да? Тут в стороне стоять. Ну да. Ну да. Вот Линку кусишь и в ретрика. За таймером его укуса следи и подойдешь, чтобы он не бегал. Первые взлетки ким на хп будет МХТ посчитать. Скажу как нам. Надо подождать. Продайте же! Зеленку жми. Подготовься, МХТ. Читай гимн на хп. Стопаем, Рон. Пока нет. Два укуса только передал. Че там, стопать же, наверное, надо, да, чтобы он успел. Да, стопать. Топануть МБ. Стопать, да. Все, стопаем, не бьем. Да, да. Так, Филиппец сейчас гимн на ХП будешь читать. Скажу как. Надо подождать. Начинаем представление. Читай.
Все, приехал, все. Ударь. Ударил. Так. Ну, раз укусил, давайте Гер. Какая Гера 3 ляма осталась? А, ну добивайте так. Идите на трэш. Вон, я поставил плюсики. Я думал, ты там... Покоритель рольте. Так, Ангри. Защитник рольте. Пучину рольте. Так, темно трэш. Лок, дай шкаф, пожалуйста, если есть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Сакрите другую. Трупочку По-моему, в синей хуйне слишком дохуя стоите. Сейчас не буду хилить вас, милики, блядь. Выходим из нее своевременно. Жалкие создания! Умрите! Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Жалкие создания! Умрите! Простите. Жалкие создания! Умрите!